Доброе утро! Сегодня на календаре 5 мая. Температура 25 градусов тепла, а у меня маршрут номер 3. Короткий. На первом перекрестке я поворачиваю налево и в путь, а тем временем проанализирую преимущества и недостатки бега на улице и в тренажерном зале. Беговая дорожка в тренажерном зале дает нам постоянство. Во время обычной пробежки приходится останавливаться на перекрестках. Естественно, это вынуждает сбавлять темп и замедляться со временем. Скорость беговой дорожки снизится или упадет только тогда, когда вы сами этого захотите. По сравнению с неизменным ландшафтом на улице, возможности, предлагаемые беговой дорожкой, шире. Вы можете устанавливать для пробежки любой угол наклона, скорость, ритм. Но бег на улице – это приятнее. Отправившись на пробежку в одиночестве, я собираюсь с мыслями, отключаюсь от других забот. Провожу время в покое и умиротворении, наедине с собой, выбранным маршрутом и звуками природы. Я вижу рождение нового дня. А где бегать предпочитаете вы? Жду вашего мнения. До встречи завтра.